Это мои любимые часики Seiko, японцы. Но они выглядят уже не очень презентабельно. То есть у них стерся слой металла сверху, которым было покрыто. И они как бы стали такие вместо цвета металлик превратились в нечто желтоватого оттенка. Ну, по сути, медные. Часики обалденные. Я не знаю, им очень много лет. Я думаю, не будет видно на камеру здесь, но Seiko, номерные, водонепроницаемые. Сделано в Японии. И да, они самозаводящиеся, то есть на руке носишь, их не нужно ничего подкручивать, они сами заводятся. В общем, что сегодня хочу сделать-то? Немножко их как бы зачистить, то есть многие знают, что такое паста Гоя. Это такая хрень, которую достаточно нанести на какой-нибудь кусок ткани, потереть металл, и он начинает блестеть. Но я хочу аккуратненько зачистить вот эту вот часть, чтобы часики блестели, скажем так. И, естественно, я не хочу это делать тканью вручную, это слишком нудно. У меня есть вот такой вот наборчик, в котором что-то вроде миниатюрной дрельки со всякими насадками. И в том числе есть насадочки так, сейчас я тут уберу. Вот такая вот мягенькая фигня. Я думаю, ее будет достаточно, чтобы нанести на нее пасту Гоя и, так сказать, отшлифовать металл. Не знаю, получится или нет, раньше я этого не делал. Так, а все остальные насадки у меня не для этого. Сейчас проверим. Крутится. Ну, немножко сейчас понижу напряжение, чтобы снизить обороты. Ну да, обороты пониже будут так. Эта фигня умеет работать, ну, по идее, 12 вольт, но 10, 9. Сейчас вообще 7,5 вольт выставил, меньше оборотов. Так, вот думаю, либо намазать вручную, ну-ка. Ну, в принципе, можно и вручную намазать. А можно так. Ну, видно. Наносится, в принципе. Ну, окей. Попробую на камеру сейчас показать, как выглядит в оригинале. Ну, видно, что оно мутно-желтого цвета. Хочу сказать, сразу заметно.
То есть вот это вот сантиметр я немножко сейчас попробую что показать. Я думаю, видно, что немного, ну вот видно, прям отличается по цвету. Что-то даже получается. Прям как под золото стало блестеть. Надо еще немножко нанести пастыгоя. Здесь видно, что из-за того, что неравномерно крутится. Теперь практически все блестит, хотя, конечно, остались не какие-то неровности такие, но их просто так мягкой шлифовочкой не уберешь. Но однозначно стало лучше. Неплохой результат. Вручную. Просто, если бы я пытался зачистить все это дело, заняло бы гораздо больше времени. Считаю, неплохо получилось. По крайней мере, лучше, чем было. Теперь они блестят. Типа под золото, хотя... Небольшие следы видны, то есть видно, что раньше это здесь было покрыто цвет металлик. Ну, паста Гоя все-таки творит чудеса. Такие вот дела.